Как ранее сообщал «Деловой Славянск», в начале декабря в нашем городе работала группа итальянских кинематографистов, которые снимали документальный фильм о событиях 2014 года в Славянске. Это их четвертый визит за последний год в наш город. Фильм рассказывает о событиях, связанных с гибелью летом 2014 года фотокорреспондента Андреа Рокелли и Андрея Миронова. Для того, чтобы узнать о результатах визита итальянских коллег, мы встретились с ними в уютном кафе «Старые друзья» в гостинице «Славянск», где также 6 лет назад останавливался итальянский фотограф. После съемок, которые они сделали в гостинице, мы задали несколько вопросов нашим гостям по результатам их поездки. Здравствуйте, уважаемые зрители «Делового Славянска». Сегодня мы встречаемся в кафе «Старые друзья» с интересными людьми. Это журналисты из Италии, это кинематографисты, они занимаются здесь съемка фильма, которая посвящена событиям 2014 года. В то время происходили события и на месте. Здесь работали журналисты из разных стран, в том числе и из Италии, и господин Рокелли, который также присутствовал здесь. Он жил в этой гостинице в Славянске и был здесь в этом кафе. И сейчас мы встречаемся с итальянскими кинематографистами, которые сейчас занимаются съемкой фильма, премьера которого состоится в 2021 году, возможно, весной. Мы сейчас в кафе «Старые друзья» в гостинице «Славянск». Сотрудники гостиницы помнят Андрея Рокелли, когда он выходил на репортаж. Они сожалеют о том, что это произошло. Мы уже встречались с вами в «Деловом Славянске» и знаем, что в Славянске вы уже не в первый раз. Как изменился в Славянск? Мы впервые приехали сюда в 2015 году, 5 лет назад. После этого я был здесь в прошлом году. Я увидел определенные изменения в восстановлении города, в частности, психиатрической лечебницы. Расскажите, успели ли вы сделать то, что запланировали? Что удалось посетить? Мы сделали все, что планировали. Мы сняли все места, где были Рокелли и Миронов в Славянске. Мы восстановили события последней недели их жизни. Мы сделали все, что могли. Где в Славянске удалось побывать в этот раз? В Славянске в этот раз мы побывали в разных местах. Строймаш, Андреевка. Потом мы побывали на Черевковке. Мы нашли тот дом, где был Рокелли. Сделали фотографии там. Это семейный дом. Потом мы вернулись на Строймаш, где встретились с людьми и пообщались с ними, как в предыдущий раз. Мы сняли много материала для того, чтобы восстановить ход событий. Вы говорили, что больше никогда не планируете приезжать в Славянск. Но иногда говорят, никогда не говори никогда. Мы надеемся, что вы приедете сюда снова, хотя бы для того, чтобы представить ваш фильм в Славянске. Если будет желание и есть возможности, мы можем организовать такой фестиваль здесь. Конечно же, мы готовы пригласить вас специально для этого. Это будет замечательно.